Здравствуйте! Цемесская бухта, Новороссийск приветствует всех поклонников футбола. Мы готовы к началу матча третьего тура Мелбет первой лиги между Черноморцем и Уралом. Да, вывеска, да, антураж, атмосфера, ну и ожидания людей в студии. Авоська забитых мячей. Посмотрим. Поехали. Куда приедем, узнаем через полтора-два часа. Судей, давайте сразу я и начну. Судейскую бригаду мы вам представляли. Урал сегодня в случае победы станет единоличным лидером чемпионата. У Урала уже 6 очков. Егорычев. Передача хорошая. И пробить сразу Ионов. Пасует под удары. Забивает Урал. Какая ж трехходовочка, а? Какая ж конфета. И Ишков обнимает кого? Дмитриева. Ему сейчас этот гол преподносит в качестве подарка Илья Ишков. Стоило появиться в старте Ишкову. И вот он, успех 19-летнего вундеркинда. Какая же комбинация замечательная. И я говорил Ионову, можно обить, но Леша в футболе так давно, что еще Аршавина молодым помнит. Центр-форвард Черноморца. Вот за спину Уридия. Открывается удар. И снова штанга. Накаркала. Вторая штанга. Уридия во втором матче. Кабалов. Здорово. Кротов. Ну-ка. И срезается мяч у ворота. Автогол. Пятый номер. Шестой номер. Лео Гогличидзе. 30-я минута. Черноморец. Кротов. Прострел. И 1-1. Сравнивают новороссийцы. На Уридио. Болельщики призывают к большей активности. И момент на второй мяч. Бегич сейчас, не скрывая эмоций, напихал от души Тимофею Маргасову. Хорошая группа атаки. Даже без Дмитриева. Родионов. Нет, Гурченко. Гурченко. Вот Родионов. Ой-ой-ой! Это немая сцена. В мертвую зону. Урал атаковал, а Черноморец забивает второй и переворачивает первый тайм. Айда Илюша Родионов. Его второй мяч. Черноморец. Сегодня молодежь выдает голы на гора. Ишков первый, Родионов, ну, наверное, последний в первом тайме. Надо во втором тайме включаться. Ну, у Урала тоже. Ой-ой-ой! Сумасшедшая концовка. Кто там говорил последний гол в тайме, а? Ребят, беру слова обратно. Сумасшедший гол Родионова и за гранью реальности гол Мераби Уридия. Фантастика, фантастика! Ионова меняет Железнов и Мамин оставляет, похоже, оставляет пока в игре Урал. Черноморец выиграл последний очный матч в чемпионате между этими командами. Именно в чемпионате. Смотрим подачу, потом дорасскажу. Удар! И не дает мне Урал дорассказать. 3-2. Ну что, первый тайм. 4 мяча. Готовы четверочку во втором. 3-2. Уже 5 по сумме. И стандарт от Урала. Стандарт — это тоже хлеб. Там и Бегич, и Итало, и подать есть кому. И тот же Аюпов готов на подборе сыграть. Смотрим. Урал и шанс спастись. Перекладина. Егорычев, добивание. Кто там летел? Итало. На дубль. А все, да? Близок к первому поражению. Все. Свисток и Черноморец. 3 очка. Тяжелейшие, но какие нужные для команды Вадима Гаранина. Вся команда, вот она. Это тоже картинка в мемори.